Всех приветствую на нашем канале Optonet. Сегодня у нас автомагнитола на андроиде с большим сенсорным экраном. И это универсальная магнитола для автомобилей Volkswagen. Сейчас я ее распакую, покажу вам более подробно, что идет в комплекте. Мы ее включим и покажу, как выглядит меню и что вообще в ней есть. Магнитола на самом деле очень интересная. Подписывайтесь на канал, если вам понравится данный ролик. Ну и конечно не забывайте их лайкать. Приятного просмотра, поехали! Магнитола упакована вот таким вот образом, как вы видите, все надежно здесь лежит, она не болтается, значит, по комплектации. Во-первых, вы получаете пакет с всеми кабелями, которые нужны для подключения этой магнитолы. Ну и, конечно же, магнитола сама в специальных вставках, чтобы она не болталась по коробке. Магнитола выглядит вот таким вот образом, значит, это универсальная магнитола для автомобилей Volkswagen. Во-первых, в этой магнитоле есть GPS, то есть можно установить сюда карты, в ней есть в комплекте GPS-маячок, который будет работать с навигацией. То есть вы можете бесплатно скачать карты, вставить вот эту штуку в магнитолу, спрячется она где-то на торпеде или приклеить можно. Здесь уже есть двухсторонний скотч и, соответственно, будет бесплатный навигатор. Это плюс. Дальше. У нас есть вот такие вот фишка и выходы на тюльпаны. То есть можно подключить магнитолы, например, камеры заднего вида, там всякие. Ну, можно поставить даже камеру переднего вида и так далее. Также у нас переходник на USB. Можно вывести там в бардачок, например, и чтобы удобно вставлять в нее флешку. Дальше у нас есть еще один USB, чтобы вставить две флешки, например, выход для антенны, все, что с этим связано. Ну и вот это самая главная фишка для того, чтобы подключить эту магнитолу, то есть это питание, это у нас подключение динамиков, там переднее, заднее, вот. То есть, а вот это облачок, который связывается с вашим автомобилем. То есть, как я сказал, это универсальная магнитола для Volkswagen. Магнитола имеет 7-дюймовый экран сенсорный. На нижней части здесь есть механические кнопки, что реально удобно, потому что на сенсорном экране не всегда удобно убавлять громкость, например, когда вы едете. Но, то есть механическую кнопку можно просто, даже несмотря на саму кнопку, добавить, найти без проблем. То сенсором, конечно, будет тяжелее. Также здесь есть микрофон, то есть можно сюда подключить телефон и, собственно, разговаривать через акустику автомобиля. На задней части у нас есть очень много разных полезных выходов. Во-первых, это выход под антенну радио, то есть можно подключить антенну, будет работать радио. Вот это выход для того самого датчика GPS. Вставляется максимально просто, берется и сюда просто-напросто вкручивается, и все. То есть дополнительно ничего делать не нужно, ну а это вы можете вывести куда вам нужно. Вот эти все белые фишки для как раз-таки тех тюльпанов, USB и так далее. А вот это главная фишка, которая подключит эту магнитолу, то есть... Вот эта часть вставляется сюда, а вот это уже подключается к автомобилю. Ну, а теперь давайте включим данную магнитолу и посмотрим, что у нее по характеристикам, и вообще посмотрим, как выглядит меню. Запустилась магнитола P907, значит, меню выглядит вот таким вот образом. Сенсор работает отлично, сейчас магнитола на английском языке, но, в принципе, в настройках вы можете без проблем язык поменять. То есть сложного ничего нет, заходим в настроечки, System, и здесь есть Language. Нажимаем Language, и вот здесь мы можем вместо английского, например, поставить любой другой язык, который нам нужен. Ну, я, например, русский поставлю. И буквально за несколько секунд магнитола стала на русском языке. Здесь есть сразу навигация, то есть быстрый доступ к навигации, к музыке, Bluetooth и радио. Если подключиться через телефон к этой магнитоле, вы можете, как я уже сказал, разговаривать. То есть, когда кто-то будет звонить, воспроизводиться все будет на самой магнитоле. Здесь есть эквалайзер, то есть вы можете звук подстроить под себя. Это круто, потому что кто-то любит низкие, кто-то любит высокие частоты. То есть, каждый может под себя отрегулировать именно так, как ему нужно. Также уже есть здесь создано несколько режимов. Это стандарт, пол, рок, классический, джаз и пользовательский. Ну, в принципе, можете сами регулировать, что вам нужно. Также, конечно, эта магнитола поддерживает камеры заднего вида. Без проблем можно подключить камеру заднего вида. И при включении задней передачи на вот этом экране будет отображаться информация с камер заднего вида. Но, естественно, вы можете поставить обои, которые вам нужны, которые вам нравятся, или скачать любые обои с интернета.
В этой магнитоле стоит Android, и здесь уже установлен YouTube, Play Market, то есть Google Chrome. Вы можете в Play Market зайти, то есть зайти в свой аккаунт или создать новый и скачать любые приложения, любые игры, в общем, все что угодно, и даже на этом экране играть в игрушки, которые вам нравятся. Что касается настроек, здесь установлен 10-й Android, который работает шустро. Оперативной памяти в данной магнитоле 2 гигабайта, а хранилище, то есть своей памяти, в ней 16 гигабайт, чего более чем достаточно. Но опять-таки здесь есть выходы USB, которые позволят вставить сюда флешку и тем самым расширить память данного устройства. Можно скачать на флешку, например, фильмы и смотреть на магнитоле, когда вы кого-то ожидаете. Это помогает скоротать время. Сам плеер музыки будет выглядеть вот таким вот образом, то есть поставить на паузу, переключить трек и так далее. Но, конечно, вы с Play Market можете накачать сюда любой плеер, то есть AIMP, Winamp, кому какой нравится, и слушать именно музыку и пользоваться именно плеером, который вы скачаете. То есть, по сути, это маленький компьютер, который будет у вас в автомобиле, на котором можно делать абсолютно все. И в игры поиграть, и фильм посмотреть, и какое-то приложение установить, также эквалайзер поднастроить, что там ютубчик есть. И, конечно же, если с верхней части потянуть шторочку вниз, здесь есть Wi-Fi, с помощью которого вы сможете подключиться к сети. Вот смотрите, YouTube у нас в студии, он отобразился и работает. Соответственно, подключились и сидите в автомобиле, YouTube смотрите. Можно с телефона, например, раздать сюда сеть, и все это дело будет работать. На обзоре у нас была магнитола P907. Также в ней есть огромная комплектация, которая, ну, в общем, вы купили магнитолу, здесь есть все для того, чтобы пользоваться. То есть дополнительно докупать ничего не нужно. Есть там магнитолы, которые, например, поддерживают GPS, но антенки вот такой вот в ней нету, нужно отдельно ее докупать. Здесь же все есть, и антенки, и фишки, и провода, переходники на USB и так далее. В общем, все для того, чтобы пользоваться. Пишите в комментариях, что вы думаете про такую магнитолу, понравилась она вам или нет. Подписывайтесь на канал, оценивайте ролик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на нашем YouTube-канале. Всем пока!